Всем привет, дорогие ребята, с вами я, Марьяна, и как вы знаете, сегодня пародия про Майнкрафт. Мы в эту игру играем, потому что она сегодня популярная. Так, все ненужные вещи складываем. Увольним. Серьезно? Я видео снимаю. Там посмотри. Ага. Добрый вечер, да, группа. Смотрите, по поводу той анкетки на этой проблеме. Так, я могу себе деревянную компоту. Ну так, пачку, пачку. Так. А можете мне или вайбер скинуть, или в почту именно куда она должна идти? Я сейчас просто носил долго спрашивать. А, это вот, которые последний доступ открывали, да? Угу. Ага. Так, мы что-то посадили. Блин, ну мне так надо кушать. Хорошо, сейчас я тогда поменяю. Так, ну мы тебе вообще-то ждем. Какую игру? Стангла. Так она долго скачется. Надо понять, страшная или нет. Какую игру? Что скачки? Блин, ну она сама со скачки скинула. Мам, я еще одно видео снимаю. Мам, так а снимай, помни, до конца списка. Тут все шумит, все шкафтит. Лишние звуки. Ну а что? Ну пусть будут. Мам. Только так как раз Юна снимает. Папа будет записывать. Будут твои зрители. Что, с матами? Да. Ладно, мам. Ну, учи. Учи. Никогда не прогоняйся. Даня, а давай не в стендов поиграем, а в Майнкрафт. Ну, жди меня на стену.
меня в ролике. Ой, зараза вонючка. Поняла мне подписчики в России. Это моему брату. Он такой заразный, как разный. Моя скала вон той стороне. Вон моя скала. Видео у нас неплохое выложится. Так. Вот смазка за обзор поставлю. Готова поставить. Это же я снимаю. Это подходит видео. Вот мой дом.
так. Еще.